наша молодежь катается на снегоходе. Они на чем там, на досках или на чем? Сноубордисты. Смотри. Что, все, покатались уже? Так давайте еще раз. Ну давайте, я вас засниму. Хотя немножко прокатитесь вот здесь, вот так. Да. Я вас не застал, вы далеко уехали. И что, красиво получается? Да, хорошо получилось. Так а завтра вы будете кататься? Про завтра я не знаю. Может, покатаемся. Ну, погода надо. Так, это что у нас? Ямаха. Ямаха. А там еще какая-то есть маркировка у него? Нет. Такой снегоход. Ямаха. Ну, в общем, когда будете кататься, предупредите, мы заснимем это все на видео. Там люди спрашивают в интернете, им интересно, как мы живем. Мы покажем, что у нас здесь все круто. Сноубордисты у нас здесь все. Гор нету, и мы все равно катаемся. Ну. Давай, в гараж ты заезжаешь? Нет, я сейчас их до дома довезу в России. Ну давай, запускай, я тебя засниму. Отдыхает, ждет своего часа. Здесь у нашего старосты целый назвать, целая промзона, комбайны, трактора, всякие превсякие. Исаак Антиса. Антиса и Ерема в 9 классе, а Исаак в 7. Мои ученики, я в школе работаю. Вот можешь показать, где храм и школа. Вот у нас храм, школа. Вот два окна, это как раз школа наша.
справа, а слева это храм. Где здесь занятия. Речка. С этой стороны служба. Здесь батюшка живет. Ну, все здесь в центре. Видишь, покатались. Они здесь, как говорится, под присмотром родителей тут. А в городе что бы они делали? Дурные сообщества развращают добрые нравы. Хочешь, говорит, развратиться, поезжай в город. Вон у батюшки сколько скворечников. Особенно сейчас. Здесь такое они хор иногда устраивают, надо их поймать на видео. Ну ладно. До вечера.